Тяжелый разрыв Ани Лорак с Лазаревым дал певице вдохновение для создания новых хитов. Напомним, что после развода с Муратом Молчаджоглу певицу Ани Лорак стали чаще замечать в компании Сергея Лазарева. Пара начала часто делиться совместными снимками в социальных сетях. Некоторые фанаты предполагали, что такими слухами певица хотела отомстить бывшему мужу, ведь известно, что пара рассталась из-за измен супруга. Но оказалось, что у Лазарева с Лорак завязался роман. Подписчики заметили, что во время отношений с Лазаревым певица расцвела и стала выглядеть лучше. Поговаривали даже, что они живут вместе, а Лорак беременна. Фанаты проанализировали профили звезд и пришли к выводу, что их отношения могли начаться еще задолго до развода, а измена Мурата лишь стала поводом. Но, похоже, певицу снова ждало разочарование в мужчинах. Судя по всему, пара рассталась, а Сергей направил все силы и внимание на конкурс Евровидения 2019, в котором являлся представителем от России. Возможно, именно из-за этого отношения и распались. На странице в Instagram Лорак написала: «Я снова сочиняю музыку. Чувствую звуки глубоко и мне не терпится поделиться с вами моей новой песней. Вы ждете ее». Вероятно, девушка сейчас разбита после тяжелого расставания с певцом и решила окунуться в творчество с головой, чтобы как-то скрасить эту боль. Выходит, что Лазарев поматросил и вдохновил Лорак на новые хиты. Подписчики очень живо отреагировали на такое заявление и написали, что с нетерпением ждут новых хитов. Безусловно, ждем. Песни, которые вы сочиняете сами, как никогда стреляют прямо в сердце. Это ваша музыкальная исповедь. Ваши личные песни всегда за душу цепляют, ждем и надеемся узнать, что творится в вашем сердце. Хотим новых хитов, а не порадуйте нас. Сейчас остается дождаться новый хит певицы, в котором и станет ясно, что происходит между звездами, тогда и можно будет делать определенные выводы об их отношениях. Лазарев, судя по всему, не просто поматросил и бросил Лорак, но еще и вдохновил ее для дальнейшей творческой работы.